Всем привет, ребят, с вами я, Тапочек, и сегодня я вам покажу, как скачать читы на новую версию игры Stand of 2 0.12.1. А что нам нужно? Это Game Guardian первое, и второе это виртуалка, и сам Stand of, и еще скрипт, сам чит. А далее мы заходим в виртуалку. Окей. Нажимаем куда-нибудь в сторонку. Нажимаем вот на эти 6 точек. Нажимаем «Добавить приложение». Нажимаем «Окей». «Разрешить». Добавляем сюда Game Guardian и Stand Off. Нажимаем «Virtual Exposed». Нажимаем «Установка завершена», тянем вверх. Видите, у нас установился Game Guardian, но дальше мы делаем вниз, вот так вот проводим вниз. Снова нажимаем на 6 точек, добавляем приложение. И еще раз добавляем Game Guardian. Это нужно для того, чтобы стендов не болел Game Guardian. Снова нажимаем «Virtual Exposed», нажимаем «Установить еще один». Нажимаем «Установка завершена» и удаляем первый. Так вот, удерживаем и удаляем. Все, отлично, удалили. Далее заходим в Game Guardian. Нажимаем «Окей», «Окей». Разрешаем. Назад. «Окей», «Окей». Далее нажимаем «Исправить». Ищем здесь предотвращение выгрузки и нажимаем уровень 3. Запуск. Заходим в Stand Off 2. Заходим и регистрируемся через Facebook. Я это пропущу и вернусь, когда я уже зайду в Stand Off. Все, ребят, я зашел в Stand Off. И давайте зайдем катку в командный бой. А пока у нас загружается, мы заходим в Game Guardian. Заходим. Нажимаем процесс Axelbolt Stand Off 2. И далее нажимаем на квадратик. Вот тут вот не квадратик, а треугольник. Извините. Треугольник, нажимаем на него. Нажимаем три точки. И ищем здесь папку Download. И теперь ищем здесь вот такой VIP-меню Stand Off 2 by VIPs. Он будет у вас гореть зеленым цветом. Нажимаем на него. Нажимаем выполнить. И теперь ждем. Ждем. Так, сейчас я поставлю. Так. Ждем. И через некоторое время мы заходим. А, нет, еще пока что ждем. Нужно еще подождать. Что-то какие-то подлаги скрипта. Вот, у нас загрузился скрипт. Далее нажимаем. Нажимаем на иконку Game Guardian. И видим, вот тут все функции. Здесь очень много функций.
Также есть AIM, SpeedHack, BunnyHop и всякое такое. Здесь очень много чего. Давайте включим AIM меню. Давайте выберем One Hit Kill. Так, ждем, ждем, ждем. Все. О, видите? Сейчас. Видите, мы убиваем почти с одной-двух пулек. И мы вроде стали чуть-чуть выше. Да, мы стали выше. Смотрите, видите, мы убиваем как всех. Вот, как видите, они вообще отлетают спокойно. И, как видите, этот чит работает. Так, давайте включим антиотдачу. Это no recoil. Так, все. Сейчас. Ой, видите, мы стреляем теперь вообще просто без отдачи. Вообще никакой отдачи просто нет. Вы видите, просто спокойно убиваем, спокойно. Ой, вообще очень спокойно. Убиваем всех. Так, давайте включим полет. Так, лайфхак меню. Давайте выберем самый максимальный. Так. О, во, все. Отлично. Ой, что-то как-то подлагивает очень сильно. Не знаю, почему же это как-то он очень сильно подлагивает. Ой, а мы сейчас вообще упали под карту. Найс. Ну, вроде нормально. Меня могут убить здесь, потому что я нахожусь наверху, меня, поэтому тут могут меня убить. Видите, убил. Но, как видите, AIM работает, Fly тоже работает. Так. Ну, бывают иногда такие подлаги. Можете вообще не использовать функцию Fly, что-то она лагает. Ну, в принципе, на этом все, ребята. С вами был я, Тапочек. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.